Юнусовская площадь – центр притяжения туристов и любителей истории. Столетия назад здесь был сооружен первый памятник главному татарскому революционеру Мулануру Вахитову. Позднее на его территории было разбито 4 мини-сквера. Любой исторический объект нуждается в своевременной реконструкции и благоустройстве. Проект по обновлению садов в центре Старой Татарской Слободы был запущен еще в прошлом году. В сентябре жителям Казани представили обновленный сад печали. На очереди еще 3 объекта. Общая концепция уютного дома в старо-татарском стиле связывает все 4 сада. У каждого свое название – «Печаль», «Любовь», «Майдан» и «Танец». Согласно проекту, в ходе работ будут заменены старые ограждения, установлены современные фонари и покрытие пешеходных дорожек. Мне очень понравилась реализация этого проекта. Она такая достаточно авторская, смелая. Она все предметы, да, мебели уличной, которые там были сделаны, видно, что они были сделаны непосредственно для этого сада. Фонари также, сама по себе идея арт-объектов, которые там установлены. На мой взгляд, это интересно. И планировочная структура, она полностью объединяет все 4 сада, но каждый сад будет наполнен своей вот историей. Особое внимание при обновлении пространства будет уделено озеленению участка. Причем в каждом саду будет свой особенный набор. Ну а поскольку изначально территория была выложена зеленым булыжником, при выборе нового материала они остановились на зеленой брусчатке с вкраплением горных пород. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.